Что вы никогда и ни при каких условиях не будете рекламировать? Ну, пиво, например, у меня была возможность, пивная организация мне предлагала контракт, но с пивом я бы не работал, и другими советую, и вообще любое опьяняющее. Казино то же самое. Всем привет, меня зовут Александр Лютиков. Вчера я выпустил видео о том, как Хабиб Нурмагомедов попал на обложку Forbes. И тут я столкнулся с атакой легковозбудимых пользователей Ютуба, которые спрашивали, почему не рассказал о том, как Хабиб рекламирует лохотрон. Начал изучать вопрос, изучил и сейчас расскажу. А перед этим напомню, кто фаворит, кто андердог в предстоящем бою, легко узнать на сайте партнера этого выпуска FonBet. Это более 1000 клубов по всей России, множество бесплатных спортивных трансляций и бонусы при регистрации. Ссылка на сайт партнера в описании. Итак, суть дела. Есть блогер Камикадзе Дед, на чьи видео я ни разу не видел ссылку в аккаунте хоть сколько-нибудь приличного человека. Если вкратце, это как первый канал и Россия 1, только наоборот. Где у первого канала белое, там у Камикадзе Деда все черное. Вообще без полутонов, зато с истерикой. Я не верю, то, что чемпион UFC ведет себя... Какой тут Мавроди? Мавроди гораздо благороднее. То есть это такой развод, под которым подписался Хабиб. Просто невероятный. Не знаю, кем надо быть, чтобы это смотреть. Поэтому о существовании видео, в котором Камикадзе Дед рассказывает народу правду о Хабибе, я узнал только после того, как выпустил свое видео. Итак, суть дела. В Инстаграме появляется вот такой рекламный пост, подписанный будто бы Хабибом Нурмагомедовым. Есть небольшое отличие от аккаунта Хабиба – большая буква «К». Все сделано как публикация в аккаунте Хабиба, но на самом деле ведет на сторонний сайт, где разводят на деньги. Как такое возможно? Ну вот смотрите. Реклама в Инстаграме делается через Facebook. Я завожу там левый аккаунт, называю рекламную кампанию Хабиб Нурмагомедов, подбираю фото или видео и выбираю размещение в Инстаграме, при этом ставлю ссылку на любой сайт. И все это появится у вас в ленте. Если вы тупой, то можете при этом еще и лишиться денег. Вот так это будет выглядеть в Инстаграме. А потом блогер, который на доверчивых людях собирает дешевые просмотры, расскажет, что Хабиб рекламирует лохотрон, или призывает пить, или курить, или что угодно делать, в зависимости от того, что я напишу в объявлении от лица Хабиба. С тем, как просто сделать такое объявление, мы разобрались. Теперь о том, откуда взялось видео, в котором Нурмагомедов говорит о конкурсе. Все просто, это так называемый GIF. Знаменитость в своем аккаунте проводит розыгрыш призов. Для участия вы должны подписаться на всех спонсоров. Для спонсора участие в розыгрыше от Хабиба стоило 130 тысяч рублей, и спонсоров набралось больше сотни. Анонсирована раздача подарков была на пресс-конференции Хабиба в Москве в конце ноября. А можете немножко раскрыть про инстаграм-розыгрыш ваш, что помечается? Я думал, что это, об этом никто не знает. Но есть там это розыгрыш. Мы готовим в 1 числа декабря. Я публикую это у себя в Инстаграме. Вы увидите. Будет много хороших призов. Я до сих пор не делал конкурс, но мне посоветовали люди, что можно сделать такой конкурс, обрадовать болельщикам, подписчиков, фанатов. Так что начало декабря вы обо всем узнаете. Этот гиф организовывала компания «Агентство героев». Вот ее усиленно пытающийся оказаться успешным создатель Дмитрий Ким. Вот он в Дагестане. Хабиба он, разумеется, называет братом. Ну а как иначе? Розыгрыш был в конце декабря. Главным призом значилась Toyota Camry. Вот ее розыгрыш в Инстаграме. Ссылка на полную версию в описании. Генератор случайных чисел выберет. А, выберет 10, первые 10 мест, да? 215-899. Так, сердечко бьется у всех. Ну-ка посмотрим. Сауле БР. Что за мексиканец? Сауле БР выиграла. Балатбаева. Вот она вот выиграла. Балатбаева, это может казахстанская? А кто бы? Казахстан? Надеюсь, все было честно. Хабиб будет вручать ключи лично вам в руки. От участников требовалась только подписка на спонсоров и больше ничего. И спонсоры получили себе в подписчики около 250 тысяч фанатов Хабиба. Готовность аудитории Нурмагомедова по первому требованию набежать в любую точку Инстаграма, конечно, просто пугает.
Что сделал Хабиб? Если огрубить, он продал внимание своей аудитории за деньги. Ну, в этом суть всей рекламы. Единственное, что потратили участники, несколько секунд на то, чтобы пролистать все эти спонсорские аккаунты в ленте Инстаграма. А после розыгрыша большинство просто отписалось от спонсоров. Вот, кстати, интересная история. Евгений Каюмов потратил около 1 миллиона 200 тысяч рублей на спонсорство 13 гивов Инстаграм знаменитостей от Хабиба до Тимати. Получил в сумме около 1 миллиона подписчиков, но остался недоволен. Подписчики сразу после розыгрыша стали уходить, активность на странице падала, и он написал об этом колонку «Как убить свой Инстаграм-аккаунт за свои же деньги». Ссылку на его материал я оставлю в описании. Помимо прочего, там Каюмов рассказывает, что Хабиб Нурмагомедов был единственным, кто остановил и отказывался продолжать гиф, когда увидел, что среди спонсоров есть Инстаграм-модели и казино, и они из спонсоров исчезли. Всех остальных это не смущало. Ну вот, если вы не тупой, вам должно было хватить этого, чтобы понять, кто именно дурит своих подписчиков. А если тупой, то продолжайте смотреть «Камикадзе деда» и спонсируйте гивы в Инстаграме. Меня зовут Александр Лютиков, подписывайтесь на мой канал и на мой Инстаграм, хоть там и нет подарков. А также не забывайте про ссылки в описании, на FonBet, где вы можете узнать, кто из бойцов фаворита, кто андердог, и на лучшую сеть магазинов экипировки для бойцов Octagon Shop, где вас ждет скидка в 25% по промокоду Лютый. Боец, ты наверняка слышал о сети розничных магазинов Octagon Shop «Все для единоборств и фитнеса». И сейчас я тебе расскажу, почему же работать с нашей компанией намного выгоднее. Весь товар находится в наличии в 5 розничных магазинах, куда ты можешь прийти и померить его, а команда экспертов поможет тебе с выбором. Если в твоем городе нет магазина, у нас бесплатная доставка. Не подошел размер, мы продлили срок на обмен и возврат товара. Отсутствуют риски, ты оплачиваешь за товар при его получении. Нашел товар дешевле, мы снизим цену специально для тебя. И каждому покупателю бонус в подарок. Octagon Shop – твой путь к победе.